Добрый день, друзья! С вами Ольга на своем канале «Садовые развлечения». 26 апреля и наш экспериментальный томат «Дынюшка» переселился в теплицу. Привезли мы его вчера, не успели посадить. Он переночевал в тепличке. И вот сегодня уже я его посадила в землю. Вот такой вот томатик. Пока мне все в нем нравится. Но главное, какой будет вкус. Вот на бубончиках весь. Томат высокорослый. То есть точки роста у него нет. Будет расти до тех пор, пока его не прищипнешь. Томат сердцевидной формы. Желто-малинового цвета. Необычного. Ну и, как пишет производитель, очень сладкий на вкус. Конечно, на ночь, если будет холодно, будут заморозки. Мы, вот я приготовила уже дуги. Его укроем укрывным материалом. Но сегодня пасмурно. С утра шел снег. И в теплице очень тепло все равно. Я его даже от солнца не закрываю. То есть пережил он пересадку очень хорошо, так как был вот в таких вот больших горшочках. Я аккуратно его перевалила в землю. Вот такой вот томат, дынюшка. Очень ранний. По сравнению с Любашей, даже, мне кажется, он развивается лучше. Колокола России еще подрастают. У меня дома находятся. Еще их высаживать рано. Ну, так как я сегодня снимаю ролик, вот еще покажу, все 14 штук находились вот на вот в этих вот горшочках. Приготовили укрывной материал. Еще я в прошлом году сажала малину, вот такую вот, желтый гигант и красная гвардия. Мы ее укрывали на зиму. Солнышко выглянуло. Погода вообще непонятная. Тут снег с утра. Сейчас солнышко, слава тебе, Господи. Вот так вот малина себя чувствует. До морозов, до минус 8, мы посадили для раннего урожая вот так вот картошечку, небольшой участок. Для раннего урожая. Ничего еще не укрывали. Вон там виноград. Все закрыто. Хочется показать розы, как себя ведут под укрывным материалом. То есть мы их не раскрывали до сих пор. И вот они как себя тут чувствуют. Вон они, посмотрите. То есть под укрывным материалом им замечательно. И они вот уже все на бутончиках. Зелененькие. Не раскрываю, потому что боюсь солнечного ожога. Такие розочки. Еще хочется показать, как перезимовала нашей грядке клубника Даренка. Вот перезимовала вроде нормально. Поближе посмотреть, вот такие кустики. В прошлом году посадила целую грядку ириса бородатого. Но он тоже лезет. Еще ничего не убирали, так как снег просто не дает ничего делать. Еще ничего не чистили. Редиска, которая пережила минус 8 градусов, ничем не укрывали, чисто в теплице. Ну, вообще чувствует себя замечательная редиска Рудольф. Круглая, яркая, красного цвета. Мне ее посоветовали посадить. Ну, просто замечательно. Взошла прямо исключительно хорошая редисочка. Такая вот на сегодняшний день. Ну, и хочется закончить это видео, конечно, петунькой. Петунька зелененькая стоит. Разневесилась. Готовится к продаже. Вот уже
Бутончики у нее со всех сторон прут. Вон они. Просто вся красотка. Вон она какая красавица. Зелененькая после морозов. Была желтенькая. Я с ней поработала. Готовлю ее к реализации. Вон вся на бутончиках. Вот этот можно прищипнуть. Такая петунья. Замечательная. Напомню, она у меня была в холодной теплице, закаленная, то есть ей уже ничего не страшно. Когда был мороз минус 8 градусов, она была в теплице. Такая петунька. Ну все, всего доброго вам. С вами была Ольга на своем канале «Садовые развлечения». Всем удачи!